красные сорняки. Это очень плохое растение. Мышиный горошек. Шмели снимаю. Зато шмели его любят. Да, они вообще все фиолетовые любят. Обожаю шмелей. Пушистики. Нам в Тимирязевке академик Герман Иванович Тараканов, очень такой классный дядька, он говорил: шмель трудяга, пчела в плохую погоду не летит, а этот работает хоть в пасмурную, хоть в солнечную, все время опыляет. И гораздо более мирный, чем пчела.